Хотите верьте, хотите нет. Сижу, сама режу, а сама вспоминаю видео, где показывают, найденные в игрушке якобы подложенные клады. Думаю, ну сейчас клад найду, надо было что-то зашить. Я теперь зато знаю, откуда эта куртка. Посмотрите. Чехословакия. Ческа Республика, 1995 год. Хотите верьте, хотите нет, я нашла клад в куртке. В куртке, которую купила за 20 рублей для того, чтобы снять синтепон. Вот тут в рукаве. Надо посмотреть, в карманах дырки были, что ли. Вроде когда мерила, не было. Надо только в кармане проскочил. Это в каком-то из карманов. Невеликий клад, но клад. Вот, видите? Вот, это было руками зашито кем-то. Видно, проскочило. Она в рукаве была. Ну, когда я стирала, видно. Не знаю, хотите верьте, хотите не верьте. Клад в куртке в рукаве. Пять каких-то копеечек. 95-й год. Сейчас посмотрю в интернете, что это за монетка. Ну, я люблю, у меня разные есть. Евро, там какие-то центы, что-то там. Ну, евро, те, которые годятся, я когда еду к дочери на Кипр, я там трачу. А что-то у меня аллергия, извиняюсь, пальцы такие. Я много сейчас к Пасхе готовлюсь, мою, стираю. Немного на моющая аллергия. Вот такой мой клад. Представляете? Хотите верьте, хотите нет. Самой смешно. Класс.